дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города Кызыла на прочность и плотность 3 по 5 июня была ограничена подача горячего водоснабжения. Данное решение утверждено постановлением столичной мэрии. В ходе проведения испытаний теплоэнергетики столкнулись с халатным отношением многих управляющих компаний и обслуживающих организаций. Так, из 22 только 14 подтвердили свое участие в гидравлических испытаниях, из-за чего образовался большой список многоквартирных домов, которые оказались не готовы к испытаниям. Основная часть из них расположена по улицам Заводская, Колхозная, Ленина, Дружбы, Кочетова, Баянкольская, Паратурбинная и Чульдума. Как отмечают тепловики, плохая организация работ управляющих компаний сейчас в будущем отразится на ненадежном прохождении отопительного сезона. По окончании всех проверок 5 июня Кызылской ТЭЦ была произведена подача горячей воды в дома и социальные объекты столицы. Насколько своевременно в домах появится горячая вода, теперь зависит от управляющих компаний. Поэтому, если в вашем доме или социальном объекте не появилась горячая вода, необходимо обратиться в управляющую компанию или иную обслуживающую организацию, либо позвонить на номер единой диспетчерской службы Кызыла или поселка Кахем. Всего по результатам испытаний выявилось 23 повреждения. На магистральных трубопроводах повреждений не обнаружено. Тепловики начали ремонтно-восстановительные работы в первую очередь на участках по улицам Правобережная, Красных партизан 41, Крылова А. Отмечается, что работы продолжатся до полного устранения выявленных повреждений. Условия наиболее приближенные к боевой обстановке – военная авиация, артиллерия, бронеавтомобили специального назначения и так далее. На полигоне «Карахак» проходит летний период обучения военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой горной бригады. Всего для совершенствования навыков было задействовано около 500 человек. Сегодня на полигоне «Карахак» проводились упражнения стрельб из стрелкового оружия с разведывательной роты, стрелкового рота снайперов. Также самоходно-артиллерийской батареи. Площадь полигона позволяет использовать в полной мере самоходную артиллерийскую батарею. Военные оборудовали огневые позиции и выполнили залп минометными снарядами из самоходных орудий «Нона-СВК», поразив цели на дальней стороне горного хребта. Его нет. Артиллеристы отмечают, что данный комплекс показывает себя с положительной стороны, обладает точностью, высокопроходимостью, маневренностью и имеет высокие тактико-технические характеристики. Данный комплекс получил новые средства связи, новую фильтровентиляционную установку, что позволит личному составу во время интенсивной стрельбы не дышать газами, которые образуются в результате сгорания порохов. Является уникальной в том, что он включает в себя три в одном. Это гаубица, пушка и миномет. Он может вести огонь всеми видами вооружения калибром 120 мм. Продемонстрировали военные и способности бронеавтомобилей. С ноября прошлого года на базе бригады начались войсковые испытания модернизированных и многоцелевых броневнедорожников «Тайфун-К», которые входят в семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности. Сезонная подготовка военнослужащих позволит повысить эффективность разведки, а также совместных действий горных стрелков с артиллерией и авиацией. И какое расстояние? По распоряжению руководства МВД по Туве в регионе усилен контроль за свадебными кортежами. В ведомстве отметили, что водители-пассажиры кортежей часто совершают грубейшие нарушения ПДД при движении по улицам населенных пунктов. В первую очередь необходимо отметить, что свадебные кортежи в процессе участия в дорожном движении не обладают никакими привилегиями с точки зрения правил дорожного движения Российской Федерации.
Напомним основные правила поведения в свадебных кортежах. Автомобилям, передвигающимся колонной, необходимо соблюдать скоростной режим, что позволит водителям быстрее реагировать на изменения ситуации на дороге. На перекрестках водители должны соблюдать установленные правила. Не продолжать движение при желтом или красном сигнале светофора, пропускать пешеходов и встречные автомашины. Категорически запрещается вылезать из окон транспортных средств, поскольку любое экстренное торможение может привести к падению пассажира. Запрещается выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Госавтоинспекция ТУВ обращается ко всем молодоженам и их гостям. Соблюдайте правила дорожного движения во время проведения свадебных мероприятий. Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения, то можно позвонить дежурную часть ГИБДД по городу Кызылу по номерам 56611, 56629. Помимо этого, если у вас имеются фото-видеоматериалы, подтверждающие нарушение ПДД водителями, вы можете направить их в адрес Госавтоинспекции Республиканского МВД для принятия мер административного воздействия. Пенсионным фондом России осуществляется ряд выплат детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так, в Туве получателями страховых и социальных пенсий по потере кормильца являются более 16 тысяч детей до 23 лет, из них более 11 тысяч до 18 лет. В это число входят и дети, оба родителя которых неизвестны. Более 2500 детей являются получателями пенсии по инвалидности. В соответствии с указом президента, с 1 июля этого года увеличатся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет и инвалидам с детства первой группы с 5,5 до 10 тысяч рублей с учетом районного коэффициента. 14 тысяч рублей в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. К ним отнесена территория нашей республики, кроме Тотчинского и Мангунтайгинского районов и Шананской сельской администрации Кызылского района. Сумма повышения составит 6300 рублей. 15 тысяч рублей установлено на территории Тотчинского, Мангунтайгинского районов и Шананской сельской администрации Кызылского района. Сумма повышения составит 6750 рублей. Увеличение размера выплаты с 1 июля Пенсионный фонд России проведет в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в его распоряжении. Размер ежемесячной выплаты другим неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, не повышается независимо от категории ухаживающих лиц и будет выплачиваться в прежнем размере с учетом районного коэффициента. 1,4 – это 1680 рублей с учетом районного коэффициента. 1,5 – 1800 рублей. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 65 рублей 12 копеек, евро – 73 рубля 37 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день или День русского языка. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей и переводится на десятки языков мира. В Туве, в частности в Кызыле, в этот день прошло множество культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому языку. По улице Ленина от библиотеки имени Александра Пушкина до Верховного Хурала прошел парад шествия, приуроченный ко дню рождения поэта. В параде приняли участие Национальный музыкально-драматический театр, Тувинский государственный театр кукол, Театр юного зрителя, Кызылский колледж искусств, Детская школа искусств имени Надежды Рушевой и другие. Лагерь «Улыбка» школы номер 3 города Кызыла. В этом году лагерь принял... В Пушкинский день мы решили узнать у горожан, какие произведения поэта они любят больше всего. «Лукоморье, дуб зеленый, золотая степь на дубе том,
потом не знаю. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Томление, грусть и безнадежность в тумане. О, я уже забыла дальше. Любовь еще, быть может, моей душе угасла не совсем. И пусть она вас больше не тревожит, не буду вас печалить я ничем. Ну вот я и хотела, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В лукоморье дух зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Отметим, что в 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. На очередном заседании правительства Тувы принято постановление, согласно которому государственное автономное учреждение республики «Универсальный спортивный комплекс Субидей» переименовано в ГАУ «Спортивная школа Субидей». Автором инициативы выступило Министерство спорта региона. Правовую экспертизу нормативного правового акта провел Минюст республики, который выдал положительное заключение. После смены вывески основной деятельностью спортивной школы Субидей станет реализация программ спортивной подготовки. Это и тренировка спортсменов к соревнованиям, и обеспечение резерва для команд Тувы и России по различным видам спорта. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Возможен град. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Возможна гроза. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 31, плюс 33. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.